Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Сегодня мы отмечаем День образования патрульно-постовой службы полиции. С момента ее создания в современном формате прошло почти целое столетие, 98 лет. Хотя еще в первой половине 19 века в официальных документах Министерства внутренних дел Российской империи использовалось понятие «полицейская постовая служба». А подразделения по охране правопорядка на улицах существовали во всех крупных городах страны. 2 сентября 1923 года приказом НКВД РСФСР была утверждена инструкция постовому милиционеру, в которой изложены основные положения постовой службы и обязанности сотрудников. История службы ведет свой отчет именно от данной даты. Подразделениями патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других общественных местах. Серьезная нагрузка легла на плечи сотрудников службы в годы Великой Отечественной войны, когда значительная часть личного состава была призвана на фронт. При этом в тылу активизировались различные криминальные элементы, в связи с чем обстановка на улицах продолжала оставаться сложной. Сегодня патрульно-постовая служба является наиболее многочисленным подразделением полиции. При этом к ее сотрудникам предъявляются повышенные требования по состоянию здоровья, физической подготовке, умению грамотно и эффективно применять навыки владения табельным оружием, специальными средствами и боевыми приемами. Помимо этого, патрульно-постовая служба является кузницей кадров для других подразделений МВД. Многие сотрудники, начавшие свой путь с рядовых должностей, стали офицерами, продолжив службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, органах следствия, дознания. Проверим вас на базе данных, нахождение в розыске, планшетный компьютер. В арсенале патрулей автомобильных патрульно-постовой службы имеются планшеты Samsung Galaxy Tab, оборудованные специальными базами системы МВД, которые выдают информацию по гражданам, по ранее привлекаемым преступлениям, совершившимся правонарушениям, находящимся в розыске. На базе данных вычислились в оперативном розыске за отделом полиции номер 1 за преступление, совершенное 3 апреля 2001 года. Прошу вас проследовать с нами в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. При себе имеются кольчи, режущие, запрещенные в гражданском обороте? Нет. Вещи. Прошу дело посмотреть. Да. Сажусь в патрульный автомобиль. Основными задачами и целями подразделения является охрана общественного порядка. В основном это охрана лесопарковых зон. В данный момент это Кумысная поляна. Запрещается въезд в лесопарковую зону, также разжигание костров и выброс мусора. Почему именно конное патрулирование выставляется в лес, так как в лесу большие расстояния пешком не пройдешь, а на машинах не проедешь. А на конях очень удобно и можно пройти более длинное расстояние. Основная задача данных патрулей – обеспечение правопорядка на территории СНТ в летний период времени, потому что в зимний период времени затруднение передвигаться по снегу. Значит, соответственно, также обеспечивают правопорядок на территории лес парковой зоны Кумысная поляна, Андреевские пруды,
с целью более широкого охвата территории в труднодоступных местах. Значит, там, где отдыхают люди, катаются на велосипедах. Соответственно, основной задачей это обеспечение правопорядка, предотвращение административных правонарушений, предусмотренных пожарной безопасностью. Значит, кавалерийское отделение представляет собой 10 служебных животных, 5 из которых были приобретены в 2019 году. Для дрессировки служебных собак сначала необходимо разработать управление собакой. Сидеть, лежать на месте, ко мне, подход к собаке. Чтобы в дальнейшем можно было без поводка ее применять в служебной деятельности. Сейчас мы покажем вам упражнение на расстоянии сидеть, лежать, подход ко мне и место. А на территорию нельзя войти? Она может отреагировать. Да? Ко мне. Как задание выполнено. Нет, это меня. Рано. Мы до года занимаемся здесь с ними сами. Кинолог привыкает к собаке. Собака привыкает к кинологу. И с возраста от года до 4 они едут у нас в ростовскую школу, либо в Уфу, и там проходит полноценная дрессировка собак.